Знаете ли вы, что выражение «воды не замутит» есть в лексиконе большинства народов? Точное время и место, где появилась фраза, назвать невозможно. Давным-давно хозяйки занимались стиркой в речной воде. Те, кто находились выше по течению, старались не сильно загрязнять воду, чтобы не создавать проблем расположившимся ниже. Но не все люди были столь доброжелательны к окружающим. Часто встречались эгоисты, черпавшие воду грязными руками. Их совершенно не заботило, что они загрязняют воду соседям. С тех пор, если о человеке говорят, что он воды не замутит, это значит, что он порядочный и скромный. В современном языке это выражение используется очень часто. Фраза же «мутить воду» происходит от другого явления. Раньше рыбаки специально загрязняли воду, чтобы сбить с толку рыбу, которая становилась тогда легкой добычей. Если кто-нибудь пытается ввести вас в заблуждение, то можно сказать, что этот человек мутит воду. Украли 2 магнитофона, 2 кинокамеры, 2 портсигара. Пожалуйста.